Привет, друзья! Компания «Все соки» приехала в Германию, город Нюрнберг, и это выставка «Биофакт 2018». Вот уже который год, в феврале, славный немецкий Нюрнберг собирает лучших производителей органических продуктов питания со всего света. 3218 компаний-участниц и более 50 тысяч посетителей за 4 дня. Такой проходимостью похвастается не каждый автосалон, но ажиотаж понятен. Здоровое питание стало трендом, болеть в 21 веке уже не модно, и человек разумный старается отдавать предпочтение именно органическим продуктам, если есть такая возможность. Ну а где же познакомиться с такими продуктами, как не на лучшей тематической выставке Европы? Ведущие производители пшеницы, круп, макаронных изделий, снеков, спортивного питания со всего мира представили свою продукцию под сводами выставочного центра Нюрнберга. И несмотря на то, что это не вегетарианский фестиваль, значки «веган», «глютен-фри» и «био», встречающиеся на каждом шагу, не могли нас не порадовать. Но, конечно, организаторы пригласили не только веган-производителей. На выставке было много сыра, молочных продуктов, встречалась мясная продукция и алкогольные напитки, приготовленные из органических продуктов. Например, крафтовое немецкое пиво или французские вина. Одним словом, каждый смог найти на выставке то, что нужно именно ему. Организаторы разделили несколько залов по географическому признаку. Продукция из Валенсии, Каталонии, Кастилии, Прованса, Тосканы. Очень удобно и продумано. Естественно, всю продукцию можно было попробовать, чем мы и не преминули воспользоваться. Впрочем, основная цель компании «Все соки» на этой выставке была не ознакомление с лучшими образцами био и органических продуктов. Несколько крупных производителей техники для здорового питания также представили свою продукцию на «Биофак». В частности, американско-корейская компания «Трайбаст», отмечающая в этом году свое 30-летие, и австрийский производитель великолепных домашних и коммерческих мельниц «Кому». Именно на стендах этих производителей мы провели большую часть времени, подготовив уникальный материал, с которым частично вы уже могли познакомиться, если следите за обновлениями на нашем канале и в соцсетях. Рецептурные ролики с лучшим сыроедческим поваром из Калифорнии Дженни Росс. Уникальная информация о Витгрессе от настоящих гуру проращивания. Эксклюзивный сюжет с президентом компании «Трайбаст». Технический обзор новейшей домашней мельницы от основателя компании «Кому» Питера Кёйдля и презентация уникального деревянного блендера с участием Виктора Челикина и вице-президента компании «Кому». Материала было отснято на полгода вперед, а производители, впечатленные нашей работой и энтузиазмом, даже попросили смонтировать англоязычные версии будущих роликов для себя, что мы и пообещали сделать. Поэтому на нашем канале с февраля 2018 года стал появляться и англоязычный контент, который используют производители. «Биофакт 2018» подарил нам новых друзей, яркие впечатления и 4 незабываемых дня сплошного позитива. В следующем году мы обязательно вернемся и сделаем целый фильм, посвященный этой замечательной выставке. До новых встреч! Шеф-повар веган-сыроедческой кухни «Трайбаст». Мы находимся на выставке «Амбиенте» во Франкфурте. И сейчас мы отожмем сок с помощью соковыжималки «Трайбаст Slow Star» – лучшей соковыжималки на планете. Мне нравится Slow Star, потому что ее очень легко использовать. Просто забрасываем кусочек продукта и получаем чистый сок.